Всем привет, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой Just Play канал. И сегодня мы отправимся в детство, а точнее в 90-е годы, когда игры на Sega, на NES и на первой Sony PlayStation были культовыми и являлись эталоном. И там была важна, собственно, не графика, а игровой процесс. Сегодня я предлагаю вам отправиться в такую игру, которая называлась Rock'n'Roll Racing. Она вышла на Sega, если честно, я не помню в каком году, но помню, я с другом в нее очень много играл. Мы ее буквально за один вечер проходили вдвоем. Вот сейчас вы можете слышать музыку вот прямиком оттуда. И вот эту игру делала команда русских разработчиков, насколько я знаю. Игра продается в Steam довольно дешево, вроде за $5, но я ее не покупал. Но, скорее всего, куплю, потому что это же Rock'n'Roll Racing, мать вашу. Ну, в общем, вот эта вот игрушка Motor Rock рассказывает нам, это, можно сказать, переиздание или ремейк, как это называется по-английски, старой игрушки Rock'n'Roll Racing. И мне кажется, немного громко музыка играет, поэтому я сделал немножко потише. Вот где-то так. Ибо мне кажется, что музыка меня перекрикивает, поэтому я стараюсь орать. Если честно, игру я запустил первый раз, поэтому это мои первые впечатления по этой игре. Давайте. Что там у нас? А, вот это не могли перевести, да? Новичок, ветеран и воин. Давайте новичок, я уже не помню, как в эту игру правильно играть. Если честно, я в эту игру играю до сих пор на телефоне. Тут даже перерисовали сюжет. Ибо нам вообще в Rock'n'Roll Racing не рассказывали о сюжете практически ничего. Нам просто говорили, что есть такой турнир. И все. Да, и нам тут, как и в оригинале, представляется возможность выбрать нашего персонажа. Даже женщина есть. Я не помню, что было в Rock'n'Roll Racing женщина. Ну ладно. Так, Тайлер. Плюс один к урону, плюс один к броне. Плюс один к скорости, плюс один к броне. Вот это, наверное, парня надо взять. У него скорость и броня. Музыка прямо оттуда. Вот это ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Здесь скорость и прессинг брэнни. Давайте этого парня возьмем. Тут даже видеоставки сделали. Обожаю. Все, эти ребята сделали мой день. Уу! Спидстроук. Одного дня достаточно. Племени аборигенов. Отлично, сейчас будем аборигенов валить. Сейчас нам дадут выбор машины, да. Эх, мародер, пустынник или как-то так там вторая машина называлась. Да, Dirt Devil. Ну, вроде он пустынник назывался. И Airblade, на который у нас не хватает денег, потому что он стоит 90 тысяч. Нам либо мародера, либо вот этого Dirt Devil придется покупать. Потому что у нас 20 тысяч. И нам всегда вначале давался выбор либо между этими двумя машинами. А вот эту вот ракету мы уже могли потом покупать. Естественно, поднакопив немножко деньжат. Игра, кстати, перешла в полное 3D. В отличие от 90-х 2D. Но если честно, в 2D она была классная. И вот это вот новая какая-то машинка, Мантикора называется. Но мне лучше, кажется, ракету потом будет приобрести. Так, а тут мы кого возьмем? Dirt Devil. Неинтересно, я всегда беру мародера. Так, цвета. Красный. Нет, пусть будет красный. Покупаем. И по идее, должен сейчас приехать кран, собрать эту машину и в другое место ее отвезти, да? Здесь же так же будет все? Нет? Ну вот. А также было прикольно. А, босс на Мантикоре у нас. Не, было прикольно, когда приезжал кран, вот так вот забирал машину и отвозил ее нам на склад, на гараж. Так, в принципе, думаю, нам ничего здесь не надо делать, менюшки. Вау! А как ездить? Стоп. Нет. А как ехать? А, все, на стрелочке. Да, это те же самые Rock'n'Roll Racing. Уу! Ой-ой-ой, сейчас я буду вспоминать, как тут правильно в повороты входить. Игра еще полностью на русском, в отличие от того, что Rock'n'Roll Racing, она была на английском.
Так, а как стрелять? Я не знаю, как стрелять, я не знаю, как что делать вообще. По идее, у нас должны быть прыжки доступны и шипы. Шипы, прыжки и типа выстрелы. Ну да, к управлению тут надо полностью привыкать. Здесь нельзя даже посмотреть настройки управления. Это очень обидно, вот у нас шкала жизни есть. Ну, в принципе, это те же самые Rock'n'Roll Racing, только переделанные. Сделанные на другом движке. В полном 3D, здесь можно включить 3D экран, ну касается 3D, типа камеру переключить на вид сзади, а вот, на кнопочку C это делается. Прикольно выглядит, вот так вот даже немного, кстати, удобнее. Не всегда, правда, но удобнее. Уйди, парень, я должен быть первым. Вот этого Шреда надо обогнать, кстати, последний круг. Его надо срочно обгонять, но вряд ли мне это получится. Ибо я только первый раз сюда зашел. Шел первым. Снейк финишировал вторым. Тарквин сегодня лишь на третьем. Прикольно, всего лишь на третьем. Где есть настройки у нас? Нет, это настройки нашей машинки. Здесь, кстати, показывается, что за музыка играет. А вот и музычка из Rock'n'Roll Racing, которая стандартная была. Так, авто, перелет на другую планету. А, вот настройки. Так. Изометрия сзади. А, тут можно переключить. Сложность, графика. Средний? Идите нахрен! Какой в жопу средний? Так, комментатор русский. Вот, можно переключить комментатора. Классический. Вот этот, мне кажется, самый шик. Сейчас вот послушаем, как у нас классический будет говорить. Так, клавиши. Ага, вот, можно на джойстике даже играть. Не знал. Выстрел на W. Из первого оружия, из второго, из третьего. Четвертого, ват. Прыжок на Q. Ладно, давайте еще одну гоночку проедемся. Ого. Да! Уу! Не, давайте вот так погоняем, так прикольно. Это те же Rock'n'Roll Racing, я знаю, чем я буду заниматься. Я знаю, чем я буду заниматься последние несколько дней. Точнее, предстоящие несколько дней. Rock'n'Roll Racing, bitches! Всем настоятельно рекомендую эту игру скачать, купить, желательно купить. Но можно и скачать. А потом купить. Обязательно купить. Ой. К управлению надо очень привыкать, потому что оно здесь неординарное для аркадных гоночек. Если честно, вот так вот с камерой, видом сзади немного проще играть, потому что машина сама немножко подравнивается. Как сказать? Под прямую дорогу, чем вот так вот. Так вот немного неудобно. Но, по крайней мере, стандартная игра Rock'n'Roll Racing была именно в таком виде. Но для начала новичкам, которые вообще ни разу не играли в Rock'n'Roll Racing, я советую, наверное, вот так вот поиграть для начала. Так, отвалите, придурки. Стреляют тут всякими приколами. Советую сначала поиграть с такой камерой, а потом уже переключаться на классическую камеру вида сбоку. Ну вот и все, вот на такую камеру. Потому что камерой вида сзади очень легко играть. Да-да, Вайпер в другой временной зоне. Типа последний вообще. Ну вот, вот такая вот игра. Всем настоятельно рекомендую в нее поиграть. Здесь есть прокачка автомобилей, ракетницы, пульсаторы. Здесь много чего классного есть, прыжки. Я не советую вам прокачивать что-либо такое, типа пульсаторы, там ракеты или еще что-то. Лучше прокачивать ходовую мощность и броню, естественно. Ноль. Почему недостаточно средств? А, вот, прокачка здесь. 25. 16. Так вот улучшим. Ну, в принципе, это, наверное, все, что я хотел сказать. Я хотел показать вам эту игру. Немного запоздало, в 2014 году уже. Надо было показывать ее до Нового года. Где-то, наверное, даже в декабре, в начале декабря, когда она только вышла, или где-то, когда она там вышла, я не помню. Ну, в общем, вот такая вот игра, такое вот переиздание старенькой, добренькой Rock'n'Roll Racing. Будем теперь ждать Streets of Rage переиздания, переиздания многих других классных игр, Флинстоунов там, например, или еще чего-нибудь такого. Всем спасибо за просмотр,
На этом, думаю, все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И всем рок-н-ролла, пацаны!